Пишет вопрос Светлана ВКонтакте. Здравствуйте, Александр. Слава Богу за игры, как вы. Да, я хороший человек. Я это знаю трезво. Недавно познакомилась с компанией. Пишет про одну компанию. И очень рада нашему знакомству. Да, та компания, про которую пишете, в самом деле хорошая компания. На днях приобрела книгу, мою книгу «Практика оздоровления», где все очень доступно и понятно. Да. А еще в салоне ваши обучающие позитивные лекции включают. Я знаю, что это делают практически во всех магазинах, салонах, вот в этой компании. Причем за это мне не платят ни копейки, роялти не платят авторские. Но я решил этот вопрос отпустить. Если это приносит пользу, тем более клиентам. Огромная благодарность за весомый вклад в познание здоровья. Да. Стараюсь вести здоровый образ жизни и детей к этому веду. Круто. Немного переусердствовала в погоне за победами. Такое может быть. Занимаюсь 20 лет назад тяжелой атлетикой. Женщина. Заработала варикоз. Окей. Понятно. Думала об операции, но Бог милости помог узнать о таком оздоровлении. Посещаю 2 недели. Очень нравится продукция, которую я представляю. Да, я ее представлял одно время, сейчас уже не... Ну, остались лекции, да. То мне сейчас задают вопрос. Мы купили ваш аппарат. Я не продаю никакие аппараты. Я работал с несколькими компаниями. Очень счастлив, что я работал. Очень много сделали, успели. И мои вот лекции, например, остались в пользовании. Окей. Если не затруднит, как долго и на чем лечить варикоз? Доктор в салоне сказала, что нужен мат и второе дыхание. Ну, не второе дыхание, второе сердце, да. Правильно вам сказали про выбор оборудования. Почему не сказали, как пользоваться? А пока пишет, приобрела слона 2-шариковый проектор, бабочку, для детей. И дома есть витафон камертон. Об этом не знаю толком ничего. Варикозе, они при увеличении варикоза не бессильны. Да. И вот, ну, вопрос в оздоровлении варикоза, как я понимаю, при помощи как оздоравливается и оздоравливается ли. Я отвечал на эти вопросы. Можете поискать на нашей странице в Фейсбуке. Университет ресурсной медицины. Есть официальная страница нашего университета. Я отвечал на такие вопросы. Базовый курс обучения 2-месячный у нас, мы его проводим для всех, и для сотрудников, и для клиентов компании. Можете поступить на него, обучиться сами. Принципы оздоровления варикоза несложные. Оздоравливаться нужно вечером, ночью, делая активный массаж. У вас есть второе сердце, да, предлагают правильно. Необходимо сделать УЗИ и понять, что там с тромбами, с тромбозами, с тромбофлебитами. На коврике до 40 градусов можно применять и разжижать кровь, это тоже полезно. Обязательно 1 час лежать после выполнения всех процедур, но это как минимум должны были вам сообщить. Более детально, пожалуйста, соединяйтесь с нами, поступайте обучаться или берите консультацию, часовую консультацию, где мы подробно с вами запишем ваш сценарий, вы будете его исполнять с нами, дальше сверять его. Про варикоз. А оздоравливаться варикоз может процентах в 75-80%, потому что варикоз – это ситуация всегда, которая имеет врожденную предрасположенность. А потом когда-то реализуется. Например, вы занялись тяжелой атлетикой, потому эта ситуация вылезла, что называется, на поверхность. Вот такие особенности оздоровления варикоза. Отвечал на вопрос Светланы с контактом.